Тимофей Галкин на страже порядка стоит с 2016 года. В своей работе ему нравится общение с людьми. Ведь очень часто правильный подход к человеку – способ направить на верный путь всех, кто немного с него свернул. Во внерабочее время молодой мужчина – примерный семьянин, заботливый муж и отец. Все в доме сделано своими руками. Дизайн молодая семья разработала сама. Начали думать, что же сделать такого интересного, так как мы с ним оба творческие, нестандартные. Решили, что нам подойдет именно такой дизайн. Мы захотели барную стойку, так как места не очень много на кухне. И это такое, мы посчитали хорошим решением. По барную стойку, конечно же, мы решили сделать уже от барной стойки, можно сказать, отталкивались весь наш дизайн. Можно сказать, когда мы какие-то гости приходят или кто-то, все говорят, что мы как в кафе. Вторая половинка Тимофея, Валентина, всегда готова поддержать его творческие порывы. Новогоднюю атмосферу создали вместе. Мерцающие гирлянды и рождественские венки смастерила супруга. Оригинальные светильники – дело рук Тимофея. Мужчина сделал их сам по видеоурокам в интернете. Созданные из чугунных труб и старых керосиновых ламп, по внешнему виду они не отличаются от творений дизайнеров. Есть у Тимофея и другая отдушина – автомобиль. «Волга» 1987 года и тоже необычный. У меня появилась идея сделать «Звездное небо» в данный автомобиль, потому что смотрел различные фотографии иностранных автомобилей, где вот есть эта опция, и, соответственно, желание своими руками что-то подобное появилось сделать. И в потолок было вмонтировано порядка 300 светодиодов, и, соответственно, теперь в ночное время суток уже картина над головой такая более интересная и красивая. Готова машина и к путешествиям, но в планах больше. Семья Галкина хочет приобрести еще один раритетный автомобиль – «Волга ГАЗ-21». Есть уверенность, в руках такой творческой семьи она точно не пропадет. Валерия Новикова, «Народные новости».